Как же здорово, что порой какой-то добрый человек оказывается рядом с пострадавшим животным в трудную минуту и бросается ему на помощь. Валерия Морозова тоже оказалась в нужном месте в нужное время. Как-то раз девушка вышла на прогулку вместе со своим псом. Был поздний вечер, когда питомец девушки справлял нужду рядом с домом. И тут пес внезапно забеспокоился и потянул хозяйку за собой. Оказалось, в яме сидел крохотный жалкий котенок. Она была вся в грязи, а глазки малышки заплыли гноем. Бедняжка не могла выбраться оттуда самостоятельно, только плакала. Если бы не умный песик, неизвестно, что было бы с кошечкой. Валерия пожалела кошечку и забрала домой, понимая, что кошечка может замерзнуть в одиночестве. Девушка сразу решила, что оставит ее жить у себя. Конечно, из-за того, что у кошечки текли глазки, девушке пришлось ее лечить. Удалось сохранить только один глазик, но это ничуть не мешает малышке. Ей дали кличку Люся, и теперь она любимица всей семьи. Несмотря на частичную слепоту, кроха не стесняется шкодить и воровать еду по ночам, пока хозяева спят. Люся стала третьей кошкой в семье и даже подружилась с тем самым псом, который когда-то спас ей жизнь. Вот такая вот удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал.